Детский канал Даринаука ТВ представляет. Макс, немедленно пойдем к доктору. Мам, да не хочу. Мама, нет, я не буду носить очки. Макс, что, даже не попробуем? Ну давай испробуем, вдруг поможет. Иди сюда, маленький мальчик. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Мам, долго еще, я устал. Сколько можно ждать этого врача? У меня уже и музыку все переслушал, и уже не знаю, чем и заняться. Эмили, ты знаешь, я проверила твое зрение, и получилось так, что тебе необходимы очки. Я сейчас тебе подберу те, которые тебе подойдут, и придется некоторое время походить в очках, а потом опять ко мне на проверку, хорошо? Хорошо, доктор. Держи, Эмили, примеряй. Придешь ко мне? Так. Месяца через два приходи, проверим еще раз, посмотрим, как действуют на нас очки. Держи. Хорошо, доктор, я обязательно приду. До свидания, спасибо. Гоу! Ичу гоу! Макс, давай перестань нервничать и не играй в мяч. Мы все-таки в поликлинике. Сейчас подойдет наша очередь уже. Сядь, успокойся. Катя, лови мяч. Катя, так лови. Макс, ну что это такое? Мама же сказала, убери мяч. Не буду я играть. Макс, немедленно прекрати. Ой, мам, зачем так кричать-то? Все, я все понял. Вот, все лежит. Ой, как же тут скучно. До свидания еще раз, доктор. Спасибо. О, Катя, смотри, девочка очкастая. Очкарик, Катя, ты только посмотри. Очкарик. Макс, да ты что, с ума сошел, что ли? Девочку обижать, у нее просто плохое зрение. Очкарик, сейчас посмотрим, что врач про твое зрение скажет. Целыми днями за компьютером сидишь. Ха-ха-ха, посмеюсь, если он тебе очки пропишет. Макс! Извинись перед девочкой. Эх, ну вот еще. Ну она и правда очкарик. За что извиняться-то? Ну вот так, ребята. Правду скажешь, и тебе извиняйся. Девочка, извини меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Так, а кто у меня следующий? Заходите, пожалуйста. Так, дети, сначала я проверю зрение у Дианки, а потом зайдете вы, хорошо? Не балуйтесь здесь. Я вас прошу. Макс, особенно тебя. А то я тебя знаю. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, мы к вам тут всей семьей. Сначала я бы хотела проверить зрение у Дианки. Ты у меня самая младшенькая. А потом еще Катя и Максу обязательно. Целыми днями за компьютером сидят. Да-да, конечно. Сажайте малышку в кресло. Сейчас проверим ей зрение. Так, Дианочка, давай садись в креслице. Сейчас тетя тебе посмотрит глазки. Ух ты, как тут высоко. Ай, ой-ой-ой. Так, девочка, как тебя зовут? Диана? Сейчас я... Это не больно, не бойся. Сейчас я быстренько посмотрю твои глазки. Так. Ага. Угу. Так, ну что, Дианка, слезай. Буковки я тебя уж спрашивать не буду. Ты их, наверное, еще не знаешь. А так все, с глазиком у нас хорошо. Ой, ну вот, у Дианки со зрением все в порядке. Так, кто следующий? Катя, давай ты. Так опять ничего не понял. А почему Катя-то? Я хочу следующий. Вот опять Макс последний. Здравствуй, Катя. Проходи, садись в кресло. Сейчас будем проверять твое зрение. Хорошо, доктор. Ой, какие у вас тут глазки. Ничего себе. Похоже на мои такие же большие. С ума сойти, это чьи это такие глаза, интересно? Ой, как бы мне так... Ой, доктор, у вас такое высокое кресло! Как бы еще туда забраться? Ну что, я готова! Так, Катя, молодец! Давай, читай буковки сверху вниз. E-F-P-T-O-Z-L-P. Так, все хорошо. Сейчас посмотрю еще своим приборчиком, как у нас там с глазками дела. Так. Угу. Ой, ну все хорошо, все, давай слезай, зови следующего.
Спасибо, доктор, до свидания. Макс, ты следующий, проходи. А доктор сказала, что у меня все хорошо с глазами. Макс, твоя очередь. Макс! Опять наушники, иди, он ничего не слышит. Твоя очередь, говорю. Ой-ой-ой. О, Катя, зачем так кричать-то? Я же не глухой. А Макса бы еще к отоларингологу отвезти, ничего не слышит. Так-так, Катя, себя к этому гологу отведи. А мне не надо никуда. Я к окулисту-то не хочу. У меня нормальное зрение. Не знаю, зачем пришли вообще, мам. Макс, иди быстрей. Врач ждет. Ай, иду. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. О, ух ты. Вот это глаза. Доктор вырвала кому-то глаза, представляете? И тут оставила. Ай, это плохие глаза, что ли? Я уже не хочу к окулисту. Ай. Ой, Макс, ты что-то кричишь? Доктор, доктор, а этого чьи глазки? Макс, а это глазки очень любопытных пациентов, которые очень много спрашивали и меня совсем не слушали. Как там насчет сесть в кресло? О, все понял. Бегу, бегу, уже сажусь, уже сижу. Так, ну что, начнем. Давай прочитай мне сверху вниз буквы, которые ты видишь. Так, ладно. Е, Ф, П, Т, О, З, И... Чуть я не вижу почему-то чего-то. Там Б, М, П, Б... Ничего не вижу дальше. Какие-то неправильные у вас буквы. Так вот... Макс, ты сейчас кресло мне свернешь? Ой, так вот далеко у вас стоят. Я не вижу. Вот первые 5-6 вижу, а потом ничего не вижу. Хм, странно как-то. Так-то я хорошо вижу, все. Странно? Все видишь, хорошо говоришь? Ладно, сейчас посмотрю тебя специальным аппаратом тогда. Хм? Хотя мне кажется, что у тебя ухудшилось зрение. Так. Ой, Макс, ты знаешь, судя по обследованию, тебе нужны очки. Так, вот как раз вот черное сейчас померяем. 2-3 месяца поносишь, потом придешь ко мне. Только обязательно носи, а то очень испортится зрение. Оно и так у тебя уже плохое. И поменьше за компьютером сиди, пожалуйста, я маме твоей все передам. Так, вот давай вот эти померяем. Эй-эй-эй! Доктор, мы так не договаривались. Я не хочу очки. Я не буду в очках ходить. Я не буду очкариком. Нет-нет, у меня нормальное зрение. Я просто буквы забыл. Они у вас неправильно написаны. Непонятно написано у вас. Не-не-не, не надо мне очки, я не буду очкариком. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Еще придумали. Макс, у очки? Да. Нет-нет-нет-нет. Мам, все, пойдем. Все, врач сказал, что у меня хорошее зрение. Побежали тебе давай. Так, я думаю, да, вот эти, Макс. Ой, Макс. Макс, Макс, ты где? Макс. Макс, Максим. Что это такое? Даша. Максим куда-то убежал, а у него плохое зрение, я ему выписала очки. А пока подбирала, все, он исчез, представляешь? Ой, вот так вот, да, даже плохое зрение, и нужны очки. Ой, вы знаете, доктор, я не знаю, как его заставить, мне кажется, он не будет носить очки. Ой, может, есть какой-нибудь способ, я его, конечно, сейчас догоню и верну, но с очками как-то тут дело плохо. Ой, Даша, вы знаете, да, у меня есть один способ. Давайте, заведите его в кабинет, а я ему там все объясню. Макс, Макс, немедленно вернись! Макс, немедленно пойдем к доктору! Мам, да не хочу! Мама, нет, я не буду носить очки! Нет, мам, я не буду носить очки! Фух, это ужас какой-то, а не Макс! Доктор! Я не хочу носить очки! Я не буду очкариком, понимаете, доктор? Может, можно как-нибудь без очков? Пожалуйста! Без очков, говоришь? Ну, пожалуй, у меня есть один способ, да-да-да. Так, поворачивайся и снимай штаны. Очень действенный способ. Доктор, а вы ничего не перепутали? Зачем штаны снимать? Вы же окулист. Вы глаза должны смотреть, а не штаны сзади снимать. Да, Макс, конечно, я окулист. Но понимаешь, я же прописала тебе очки, а ты носить их не хочешь. Есть еще одно очень действенное средство. Это клизма. Давай, я сделаю тебе сейчас клизму, и твое зрение должно улучшиться. Давай, поворачивайся, снимай штаны. Да что сегодня за день-то такой, доктор? Какая клизма? К-
как... Давайте свои очки, давайте какие там, любые, розовые, фиолетовые. Клизму придумали, ага, сейчас. Нет, нет, спасибо, все, у меня плохое зрение, я очкарик. Давайте, доктор, свои очки. Макс, что, даже не попробуем? Ну давай испробуем, вдруг поможет. Иди сюда, маленький мальчик. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Где вот эти очки, вроде мне прописали. Все-все, доктор, вы довольны? Все, я в очках, я очкарик, я приду к вам. Или не приду. До свидания. Фу. Мам, ты представляешь? Я к этому доктору больше не пойду. Ой, Макс, а я... О, ты только что был в очках? Ну-ка немедленно одень очки. Сейчас доктора позову. Все-все, мам, не-не-не. Я к этому доктору больше не пойду. Ты представляешь? Она мне хотела для зрения клизму поставить. Нет уж, лучше очки. Все, пойдемте, давайте. Макс очкарик, 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 очкарик. Макс очкарик, Макс очкарик. Ой, фу, смехота какая. Ой. Ну вот, еще не хватало, Катя издеваться будет. Очкарик, очкарик. Макс, одень очки. Да тьфу ты, зачем я вообще с вами пошел в эту больницу? Ой, привет, Макс, а я смотрю, ты в очках. Привет, Эмили. Я смотрю, ты тоже очка... в очках. Мне ненадолго, сказал врач. На 2 месяца только, так что я не очкарик. Мам, так мне тоже только на время, да. Ладно, Эмили, извини. Я больше не буду никого называть очкариками. Ну вот, ребята, такая история сегодня произошла. У Кати и Макса веселые семейки. Сегодня мы всей семьей ходили к доктору, к окулисту. И она прописала мне очки. Потому что я целыми днями за компьютером, наверное, сижу. Ну, она так сказала. И придется 2 месяца походить в очко. Ну, ничего. Это ж только 2 месяца. Пока. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и смотрите новое видео. Катя и Макс, веселая семейка! Подпишись на канал Даринаука. Смотри мультики с нами.